В МВД рассказали о трудностях во время доставки гуманитарного груза в Сирию. Отмечу, казахстанские летчики-гвардейцы прибыли в зону бедствия первыми среди других оказавших помощь стран. Им пришлось использовать старые методы навигации, поскольку GPS-сигналы на территории Сирии не работали. Радиосвязь, по словам командира авиационного отряда, была очень плохая. Напомню, в пострадавшие от землетрясения районы было совершено 6 гуманитарных рейсов. 4 из них в Сирию и 2 в Турцию.